Партнер проекта – частное хозяйство «Пермский сад». Свежие яркие тюльпаны к 8 марта с доставкой, выращены в Перми с любовью. Добрый день! Количество тех, кто использует кредитные карты, с каждым годом растет. Национальное агентство финансовых исследований выяснило, что в конце 2017 года каждый пятый россиянин имел кредитную карту. Агентство проводило аналогичный опрос 4 года назад. Тогда кредитки были у каждого 20-го. Более половины тех, у кого есть кредитки, оформили их после предложения банка, не преследуя определенной цели, на всякий случай. Независимый финансовый эксперт Макс Крайнов предлагает несколько правил, которыми следует руководствоваться, чтобы не влезть в долги по кредитке. Тратить деньги с кредитки только в том случае, если дело касается удовлетворения первичных жизненных потребностей. Крупная покупка такой является далеко не всегда. Не покупайте в долг мелкие радости. К примеру, вознаградить себя за какое-то достижение ужином в ресторане, оплатив его кредитной картой, неразумно. Получается, что вы заняли эту радость у себя. Правила, работающие для кредитов. Кредит берется только на ликвидное имущество и используется как финансовая подушка безопасности. Верно и для кредиток. Еще одно правило, о котором часто забывают владельцы кредитных карт. Вносить ежемесячный платеж следует заранее. Если делать это в последний день перед окончанием льготного периода, то велик риск получить пени из ничего. Банковский перевод может идти до 5 дней. Это правило денег.